ребята, канал Владелец Аквариума, я Дима. Сейчас посмотрим, что же я заказал в этот раз. Интересная ли эта вещь или нет. Так, разрываем вот такую коробку. На ней написано соль. Что же тут? Соль. А тут у нас, ребята, рефрактометр. Рефракт, с помощью которого я буду измерять плотность, соленость воды. С автоматической калибровкой по температуре рефрактометр заранее откалиброван. Поэтому мы это проверим. Посылка номер 2. Давайте вскроем. А тут у нас Мосура Шримптон. Корм. Развес 5 грамм. Сура Шримптон, корм на основе планктона и та-та-та-та-та, Япония. Итак, еще одна посылка приехала. Давайте посмотрим, что тут. Сейчас пока камеру поставлю. Пенопласт. Знатно упаковано все. Так. Итак, а тут у нас оманки. Смотрите. Сейчас будем их адаптировать. Итак, поехали. Тут две у нас штучки. Так, ребята, это креветки Омана, которые приехали ко мне и которых я буду пробовать размножать. Вот, сейчас буду переводить их на свою аквариумную воду. Которые прибыли ко мне издали, 1000 километров. Они, кстати, будут обзорчик. Так, все бабы. Сегодня были на рынке с дядей Яшей. Провели там очень много времени и прикупили себе рыбок. Хотим показать, что мы прикупили. 20 оманок, которые ко мне приехали. И еще 2 в качестве эксперимента совсем мелкие. Но они выжили, доехали. Итого 22. Сейчас я им положил сюда мох, фокс. Пусть они тут адаптируется, буду в течение 2 часов добавлять потихоньку воду с моего аквариума, так как немножко параметры отличаются, чтобы они перешли в воду нормально, без стрессов. И так хватит им стрессов, 2 суток болтались. Вот. Кому интересно, где я их приобретал, я оставлю телефон человека, который мне продавал этих креветок. Вот очередная посылка с розетки, которая шла мне самая дольше, почти неделю. Сейчас распечатаем, посмотрим, что же тут в этой посылке. Соль. Соль Акваforest. Вот, 5 килограмм. Что-то великоватая ведерко. Не погорячился ли я? Ну и, конечно, как это распечатать соль и не посмотреть, что же внутри. Резаем пломбу. Короче, вот так убираем пломбу. Упаковано так. Тут сертификат качества. Замотанная многоразовой стяжечкой такой. Ребята, морская соль. Все. На этом, в принципе, распаковку можно заканчивать точно.